Привет, друзья! С вами снова Наталья. Рада приветствовать вас на канале интернет-магазина «Киевлинза». И сегодня мы поговорим о мужских солнцезащитных очках. Впервые они появились как средство, необходимое для защиты глаз от вредного воздействия солнечных лучей. А сегодня это уже популярный и необходимый аксессуар в любом образе. Дорогие мужчины, выбирая солнцезащитные очки, помните, что смотреть нужно не только на то, что попало в глаза, а и на то, подходят ли очки к вашей форме лица. Чем крупнее у вас лицо, тем больше размер очков нужно выбирать. И наоборот. Следите за тем, чтобы верхняя часть очков была на уровне ваших бровей, а оправа не выходила за контуры лица. Салоны оптики «Оптика S» и интернет-магазин «Киевлинза» предлагают огромный выбор качественных мужских солнцезащитных очков всего за 99 гривен. Итак, мы начнем наш обзор с модели мужских очков торговой марки «Токси» с пластиковой прямоугольной оправой черного цвета. Линзы темные, поликарбонатные, с градиентным тонированием, с максимальной защитой от ультрафиолета. Как и в предыдущем выпуске, мы будем проверять уровень защиты линз с помощью специального прибора. Напомню, что уровень защиты от ультрафиолета также указан на этикетке и на внутренней стороне дужки. Следующие очки от производителя Otto, которые имеют необычную стильную форму окуляра типа авиатор в комбинированной оправе из пластика и металла. Окуляр белого цвета, дужки серые. Линзы темные, поликарбонатные, с градиентным тонированием. Защита от ультрафиолета максимальная. Следующие стильные очки в пластиковой оправе. Окуляр с внешней стороны черного цвета, с внутренней голубого. Дужки также голубые. Темные поликарбонатные линзы с поляризационным покрытием безопасны для глаз и обеспечивают максимальную защиту от ультрафиолета. Вы можете купить эти или любые другие солнцезащитные очки в салонах оптики «Оптика S» в Киеве или на сайте интернет-магазина «Киевлинза». Напомню, что на сайте «Киевлинза» появился отличный сервис онлайн-примерки очков, а доставка осуществляется по всей Украине. Так что примеряйте, выбирайте и покупайте очки на kievlinza.ua. В следующем выпуске я расскажу про детские солнцезащитные очки. Так что ставьте лайки, подписывайтесь и до новых встреч!